Стримлю вроде бы здесь, если пропаду, ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Рекомендуем выбрать этот режим, если вам нужен сложный, но вполне проходимый шутер с видом сверху. Рекомендуем выбрать этот режим, если вы часто играете в шутеры с видом сверху. Выберем стандартный. Ни хрена себе, лор. Без текста, да? Просто картинками. Жили себе летающие корабли. Балдели. А потом одного из корабликов прокляли. В кристалл превратили. И данжик из Зельды вырос. Оттуда полетели гадские корабли красные. Вот так-то все по чесноку. Проснись, малыш. Здесь появилась скверна. Изгнанный вернулся. Ищи своих друзей, корабликов. Обрети мои первозданные силы и верни равновесие великому кристаллу. Жесть, игра очень плавная. Кораблик. Я утонул. Я даже не летаю, упасть в воду. Пульки какие-то. Ой, сюда нам пока не надо. Кнопка. Еще одна кнопка. Мостик. Пушечка. Я не один, найти и применить мини-пушку. Расхуярим гада. А, назад не пускают. Можем теперь кристаллы ломать. Ну-ка, я вертикалку, наверное, подрублю. По-моему, с ней поплавнее. Какие-то штучки выпадают и заполняется шкала слева сверху. Секретная секретка. Ауч. Въебали в ебасосину. Кнопуля. Бим-бим-бам. Ну, выглядит так, будто нам ранжи не хватит штук сломать даже с мостика. Или попробовать. Если зажать А, то я буду медленно передвигаться. Ну да. Подстава. Из-за чего снаряды уменьшаются внутри? Это на что-то влияет? Арена. Ну что-то пока с геймпада сейчас не очень удобно. Потому что целиться все-таки надо. Но разработчики рекомендуют с геймпада играть в этом. ХПшка выпала. Раз уж ручной рекомендуется, пока что на нем мы остановимся. Новый уровень. А, это прокачка? Дали синий кристалл. Улучшить мини-шут. Урон, дальность стрельбы, скорость пуль, скорость стрельбы, шанс критического урона, скорость передвижения. Понизить, улучшить. До свидания. Так. Я бы дальность стрельбы взял, наверное. Какие-то жуки, ключи, апгрейды. Может быть, с прокачанной дальностью я мог бы захуярить того чубзика?
Ладно, мы, наверное, сюда можем вернуться. Корабль в кристалле. Здорово, дядька. Чистим, чистим, чистим. Симулятор уборщика. Что это такое? Это хилки, наверное? Пушка уровень 2. Ему нужно 5 штучек, и он нам даст. Пока что не можем. Валун какой-то. Его тоже надо будет сломать, да? Это, видимо, хаб-зона основная. Можем пойти вниз. Можем зайти в домик. Погромить вазы. But why? Опа, секретку нашел. Подозрительно. Как будто в начале игры мне сюда не надо идти, если честно. Но раз уж попали сюда. Блять, это точно выглядит не по-новичковому. А что поделать, если я геймер? Что, так и будет эмбиент играть на протяжении всей игры? Интересно, штучки исчезают, которые из мобов попадают или нет? Более подкоцанные враги становятся красными, да? Но мне в любом случае за них опыт дают, поэтому это все не просто так. А чё они бессмертные такие? What the fuck? Здорово, Келлен. А, ну с них прям дохуя выпадает. Плюс левел ап. Левел ап еще и чистит всю область от пулик, да? Ай, бля. Ну-ка. Скорость пуль, урон, скорость стрельбы. Скорость пуль — это то, как быстро они летят. Скорость стрельбы — это как быстро я выстреливаю, да? Значит, ее и берем. А сейчас щутим и баф. Бля. Бля, что-то куда-то я свернул вообще вот не туда. Ура, я справился. Че, может назад вернемся, пока не поздно? Тут хелсап какой-то. Вот это я понимаю, мобы, они крошатся с пары ударов. Видимо, задумано было то, что я сперва сюда сверну. Так, ну там мостика нет. Кнопка. Если умрешь, игра удалит папку System32 с компьютера, бля. И далее пульки как будто немного наводятся в конце. Можно через замедление пойти здесь. Оп. Оп. А что за дыра под базой? Как будто секретный проход, да? Блин, учитывая, какую мы секретку нашли, будто во вся нижней стенке надо тыкаться. Кусочек чего-то, блядь. Обманули дурака. На 4 корабля. Да я уже перекач лютый. Ебать. Здоровенная штука появилась. Надо будет управление немножко переназначить, потому что на А замедлять себя супер неудобно, учитывая, что ты на стик стреляешь. Вот на курок какой-нибудь был бы норм. Но там, наверное, потом новые штуки будут открываться. Мы, кстати, все еще на одном ХП. О! 5 таких штук надо было, чтобы получить апгрейд пушки, да? Так, что это такое? Медовая сота. Второго Никич. Карта мира. У нас есть главный данж. Сигнал бедствия, потерянная сила. Карта открывается теперь у нас, да? Какой-то секретный подземный проход. Нет, это кнопка.
Плюс мостик. Местоположение корабля неизвестно. Что за полянка? Цветочек какой-то. Мы, кстати, качнуться можем. Я думаю, можно, наверное, повременить с прокачкой и накопить 2 кристалла. Будто бы, короче, возле секреток немного почва другого цвета. Можно на нее ориентироваться. Хайпик. Блять. Так, как это забрать? Будто бы там проход есть снизу где-то. Это не то, чтобы прям ловушка, это, наверное, просто драчка за поверап. Это что такое? Какой-то крутой апгрейд. Может, что-то где-то надо активировать, чтобы стенки опустились. Пока наверх поднимусь. Здорово, дядька. Ну так, игра, конечно, не торопится разгоняться. Но я не против. Еще одну штучку нашли на апгрейд нового гана. Так, можем взять урон. Бля, босс, не супер очекнуть. Что это такое? На перегонки надо? Или проследовать за ним? Я не такой быстрый. А еще и летать не умею. Бежим за корабликом феи. Вот хитрожопич. Ну, как раз снизу и вылезли. Не, у меня самолетик бракованный, он пока летать не умеет. Только по земле елозится. Все еще непонятно, что означает вот уменьшение пулек внутри. Может, не лопаются, когда там пулька вся исчезает? Да, видимо, так и есть. Пепкок. Здорово, Креол. Музычка в игре скучная.
Броневичок. Бля. У меня, кстати, хп очень мало. Из этой пещеры вылезем, сразу себя возьмем повера, походу. И где это я? А как супер апгрейд? Нычка. Это метроидвания, это не рогалик. Сейчас сразу, наверное, нажмем. Ты как раз таки вход там находится в эту пещеру. Чё-то я пока не прыгать не умею, не летать нормально. Так, проход. Какой-то храм, чтобы помолиться люто. Это вообще выглядит, как будто уже другая локация. Окей. Золотой жучара. Непонятно, зачем он, для чего. В описании нет, вообще должно быть. Я ставил, но может быть что-то не сконнектилось. Как же этот разрыв не любит текст? А зачем тут текст пока? Меня вот раздражают разработчики, которые излишне срут текстом. Мы недавно какую-то игру хуярили, где чувак описывал, как работают мины. Типа, это мина, если на нее встать, а потом встать с нее снова, она взорвется. Мины немножко прикопаны в землю. Я думаю, блять, кому ты это пишешь? Я что, не знаю, что такое мина? Я первый раз в жизни игру какую-то компьютерную запустил. Это там уже краснючий, давай взрывайся. А, это не все. Ой, блядь! Мне кажется, я сюда рановато пришел. Могу что-то качнуть быстренько? Блядь, куда мы попали? Что за хуйня? Мне вообще тут делать нечего, у меня урона не хватает на это все. Сука, нашли секретку, где меня ебут. Это для спидранеров. Не, ну там нереально, слишком мало урона у меня. Главное не забыть, где эта секретка находится. Чё, погнали снова туда же? На батплак упали. Спасибо тебе, Кирин. Спасибо большое. Так, а что это такое вообще? Y, да? Хрустальная пуля. Ваши пули с небольшой долей вероятности могут оглушить большинство врагов. Оно просто само по себе работает. Апгрейд не очень интересный, как будто для меня. Пушку в хабе за колечки красные разве не надо качать? Там нужно 5. У меня не хватает пока. Еще один большой корабль. Смешной звук. Кто-то газ упустил. Не, если бы это я газ упустил, то я бы гордился.
Я бы это точно не скрывал. Игрушки будто стелька не хватает, честно говоря. Ой, бля, сдох. Да не, наоборот, скорее всего, на всех локациях будут мобы в одной стилистике сделаны. Нам показывали, что это главные враги с самого старта. Чё мне стик начал прокликивать? Не очень приятно. Так, у меня, кстати, два кристалла, и это, наконец-то, HP up. Yes, yes, sir. Чё, качнуть можем. Там потом спред какой-то открывается, но мы всегда можем еще ресетнуть. Сейчас посмотрим, что там за главный данж. Там босяр должен быть. Какая-то батарейка непонятная. Скорее всего, за босса нам дадут какую-то коровую механику, а-ля там прыжок, либо возможность летать. Угу. А чё мы что-то открывали вроде, да, и не исследовали. Оп-оп-оп. Я мелкого добили, теперь вообще проблем не будет. Может, ранжу качнуть? В любом случае, наш ДПС поднимает. У нас там уже скоро новый ган будет, поэтому урон, наверное, поднимется тоже. Игра уже вышла, вроде это full релиз. Ну, не лучшая игра у авторов. Яблоки рез было веселее. Так, ключик. Снова лампы эти. Охуеть. Ладно, выглядело страшнее. Это просто дают возможность зафармить ган новый, да? Ну, спасибо. Ну, погнали, обменяем. Трейд-оффер. Он же из запчастей, которые ему дал починиться, не? Как будто просто x2 урон и все. Нового ничего качать не можем. Ну и хорошо тогда, что рейнджу качнули. Куб смерти. Нам хоть что-нибудь в этой игре дадут сразу взять без драки? Ну мы, кстати, с двойным ганом, наверное, теперь сможем пройти вон тех травяных мобов. Тессеракт. Хрустальную пулю не надо класть в центральное кольцо. А хз, кстати. Мне вообще ничего не говорили. О, ускорение. Это наш первый апгрейд. Давай посмотрим. Хрустальная пуля. Да нет. Ничего нельзя с ней сделать пока. Может потом что-то откроется, пока мейби слота нет. А, окей, у меня на... Да, кстати, пули и так прокают, действительно. У меня на корабле есть уровень заряда.
А цветочки как раз таки дают новую зарядку. Ускорение не позволяет летать над водой. Позволяет только прыгать. Мы можем перелететь вон тот здоровый трамплин. Это выглядит как новая локация. Думаю, пока сюда не пойдем. Здорово, не краем. Плюс проходит к боссу. Хотим ли мы сразу туда идти? Будто бы не очень. Будто бы я сперва хотел бы пролететь. Yes. Это, видимо, тоже переход на новую локацию. Здесь, кстати, сигнал бедствия. И не только здесь. Что это такое интересное? Это какие-то временные... Нихуя мы его быстро вынесли? Или это не такой же, как до этого был? Если мы их теперь так быстро выносим, то надо пройти. Сейчас перекачаемся перед первым данжем. Гонку с ускорением мы пройдем. Не факт. Maybe появится полет над ямами, если, конечно, такое вообще имеется в игре, тогда и пройдем. Но можем вот попробовать, если что. Трек выглядит как Макс ХП. Не, Макс ХП по-другому собирается. Из кусочков. Батарейка выглядит как, возможно, стамина ап. И все. Окей. Какой-то гигаданж. Спасем корабль новый. Че, в хаб вернешься? Надо сложность повыше, а то мега изи. Да пока, в общем-то, и не было каких-то серьезных заруб, кроме одной. И там мы заинтили. Мы там заинтили от того, что мы туда слишком рано пришли. Первый данж пройдем, потом подумаем. Типа, игра выглядит чилово, я не хочу ее превращать в какой-то адский bullet hell дрочь. Я вполне согласен просто почилить. Казуал. Ну, завидуйте моей решительности. Скорость стрельбы, урон. Скорость при ускорении. Скорость передвижения. Шанс критического удара. Скорость стрельбы. Подкопим, наверное. Да, проход вижу. Блин, не понимаю, есть ли на эту часть отдельная карта? Повышаем сложность. Открыть карту. Окей. Всякие проходики на ней как раз рисуют. Давайте здесь пройдем этот этап. Думаю, с бафнутой пушкой теперь это под силом. Да и плюс у нас еще ускорение появилось. А, ну хотя хуй знает, здесь мобы, кстати, гораздо более толстые, чем они. Ну-ка, можно респектнуться. Наверное, зря я сюда пошел. Ну ладно. Спасибо фреймам. Основная проблема начинается, когда они наверх проходят. Потому что выстрелы со всех сторон хуярят. Не, ну это можно было пройти, но похуй. Ладно, погнали тогда основной данж посмотрим. Смотрим, что здесь. Этот данж должен быть проще, чем одна та комната. Сюда нужен ключ. К
Ключ был в подземелье. Подземелье было залочено со всех сторон. Посмотрите, как мы здесь мобов ваншотаем. Решаем сложность. Ну, блять, я не знаю, чего вы так дрочите на сложность. Ну, хотите, вот. Увеличена скорость врагов и их пуль. Да, игра как будто немного не про сложность, когда здесь можно перекачаться люто. Можно как в World of Warcraft кабанщика фармить. Здесь, кстати, походу большое подземелье. Блять, у меня инстантная пулька. Она довольно, кстати, нелинейная. Интересно, дают ли какие-то плюшки ранее прохождения будущих локаций? То есть перебить, например, вон тех кораблики-кустики. Дало бы ли это что-то крутое со старта? Плюс ключик. Ключик вставляется. Появляется проход к новой обилке. Сразу полетим к ней. А мы пока не можем. А, там еще снизу куча всего было. Будет перекат какой-нибудь? Мне кажется, будет что-то подобное. Еще один ключ нужен. Еще одна арена. Сколько там? 22 нужно было, да? На апгрейд пушки. Да, там, где первый ключ лежал, там что-то еще было. Позже вернусь туда. Здорово, Каталин. Еще один ключик. Проход над местом, где был ключик. Или вы про этот проход? Не, вы, наверное, про этот проход. А я про другой проход. Энергия макс. Ну, по ощущениям, значительно так поднялось. Прежде всего, заносит. Вау! Заносит. Обстрел. Так, сюда нужен череп. Снова можем кубик забрать на прыжки, да? Это обязан быть прыжок. У нас на одну кнопку и ускорение, и рывок. Бля.
Надо качнуться, у нас 3 кристаллика. Бля, теперь надо все заново исследовать. Где что было? Здесь дверку можем открыть. Только одну пока. Сап с той стороны поднимается. Ау. Корм приехал. Внизу прохода вроде не было. Так, второй ключик. Можем сразу его заюзать тогда. Куда-то далеко я отправился. Блять. Затыкал. Паркур секция. Да, ты шутишь? Хотя бы в Dungeon Resurrect. Дран не удался. А что такого в ямах в игре видом сверху? Секретка. Не очень интересная на самом деле. Я же немного пальцы стал курок нажимать. А что-то еще было? Где я бы мог прыжок заюзать? Окей. Я специально по проходу прошел, вдруг там что-то еще осталось. Басяре очень больно, по-моему. Машина, победить первого босса. Где мой патрон мастера? Черепок. Мы, может, поздновато на босса пришли просто, чат. Наверное, если бы у меня был бы первый ган, тогда было бы посложнее, конечно.
Тан-тан-тан! Супер главный босс, мать смерти. Так, ну мы теперь прыгать умеем. Это геймченджер. На самом-то деле. Ну это выглядит прям как совсем новая локация. Ну да. Похуй тогда. О, фак, ГГ, меня назад не пускают. Ну, видимо, здесь тоже далеко пройти не дадут. Чё, в пещерке? Гоу-гонку потраим. Да, я вернусь, вернусь, все поделаем. Так, это проход в деревню. Энергия кончилась. Что здесь? Это, наверное, как раз-таки будет выход к Хеллсапу. Ау. Блять. О, хп выпало. Блять, сука, иди нахуй! Че, повышаем сложность? На самом деле, чем больше корабль, тем он проще. А вот чем меньше пульки, тем сложнее. Ура, Хеллсап! Есть ренджапы? Да. Ну там дофига надо сейчас, вроде. Да, нужно везде по пятаку. Плюс кнопочка. Что делает? Открывает проходик направо. А мы, по идее, отмечены точки интереса. Кстати, да. Я уже забыл, что мы получили улучшение карты. Ой. Прошу прощения. Чтоб таранился в тебя. Кэшбэк. Ракушка какая-то. Пальма. С кокосами. Тут что-то зарыто. Что ж такое? Так, сперва мелочь. Главное правило. Первый раз хуярить мелочь, потом всех остальных. Нормально, он и предикт захуярил меня. Блин, а дядечка-то злой. Пожалуйста, умирай. Мы скоро, кстати, новый ган получим. Третью пульку, если быть точнее. Это новая локация. Это, по всей видимости, тоже новая локация. А где была гонка? Где-то справа вроде была гонка, не? Так, можем взять апгрейд. Какой только. Дальность стрельбы, скорость стрельбы, урон. Наверное, дальность имба. Во, вот это оно.
Не уверен, что я могу здесь перелететь, поэтому лучше облечу. Ха-ха, Лашпедус! Победить духа в гонке. Дитя Кристалла, тебе удалось найти одного из моих духов. Доставь их всех в безопасное место, и тогда откроется вход в их тайную башню. Гусенички! What? Так, чё, у нас все еще где-то... Где-то, да вроде не то, чтобы где-то что-то. Можно пойти к потерянной силе. Угу. Кто булочка, сердечко в чат. Сердечко. Здорово, сука. Качан. Ура, новая пушка. Ура, новый уровень. Wait for it. Как я там оказался? Полетать дают. Полетать дают. На скоростях больших бешеных. Какое-то дерево. А это походу... Я не знаю, это что-то как данж считается. Судя по выходу сверху. Окей. Видимо, шорткат просто. Судя по лучам, да, мы в подземелье, ебать. У меня урона столько нет, чтобы их ваншотать. Увы. Вот, блядь. Окей, они вигл делают. Вигл. Наверное, я на выход просто иду. Но посмотреть надо. Окей. Мама родная. Просто показали, подразнили, взять нельзя, да? На, мы в самое начало вернулись. Сверху мог сердце забрать. Тюб 100 дэй. Ну, поздно уже. Мы всегда потом вернемся. Окей, шорткат. Это выглядит как опять новая локация. Нам она не нужна. Нам сюда рано. Тут мобы смерти буквально. Малышочки еле умирают. Вестерн какой-то. Стражник не выпускает нас отсюда. Мы теперь здесь будем жить. Нам нужно взять в хабе апгрейд гана. Сюда что-то вставить надо будет. Церковь. Здесь подорвать что-то можно. Ой, я его не убил.
А, окей, мы, кстати, видимо, сейчас откроем новый большой корабль. Малецкий рот. Руины. Так. Give it to me. Пятьдесят пять. У нас все еще куча апгрейдов недоступны, но они, видимо, будут привязаны к способностям уникальным. Сигнал бедствия. Надо посмотреть, что это вообще такое. Корабликус. Может быть, его тоже кормить надо будет новыми валютами. Привет, дядька. Полетели за ним. Ой, это магазин. Древняя астролябия, компас. Компас звучит хорошо. А то я что-то теряюсь. Да-да, я тебя тоже люблю очень. Звезда деревни. Вы можете в любой момент переместиться в деревню. Не работает в помещении. Показывает полностью зачищенные места. Показывает общую информацию о прохождении, а также метки там, где вы что-то пропустили. Окей, артефактики. Давайте компас возьмем. Он самый дешевый заодно. Хайпик. Ну это, кстати, удобно. Получается, сигнал бедствия — это просто новый NPC. Потерянная сила. Сверху еще какой-то храм. Посмотрим, что за храм, и пойдем, наверное, в данжик главный. Ну, что-то теперь валюту сыпет только так. Уж всю игру проходить. Ну, посмотрим. Не, ну пока приятненько. Она вроде не сильно долгая. Даже если где-то сильно надоест, то она все равно короткая. Вон, поехали в данж. Ну, будем честны, конечно, Swords and Souls давало просраться этой игре только так. Они вообще разные абсолютно, но... Тут такая просто маленькая дженерик-метруха. Приятненькая. Но звезд неба не хватает. Я не видел, правда, есть ли у них издатель в этот раз. Но в прошлый раз у них и издатель хороший был. Пионы какие-то в лесах прячутся. Зельда лайк. Ну да, кстати, с Зельдой прям нормально так веет. Здорово, Ксенисис. Мы туда прыгаем. I shouldn't stick my penis in here. И чё это? Это просто данж, в котором я был. Еще один кусок карты. А получается, надо принести его в деревню, и только после этого на нем будут указатели. Побэктрейчим немножко. Новый уровень. Тише, тише. Это кто-то стреляет, походу, да? Это не просто ловушка. Я там что-то пропустил? Тут, видимо, еще одна какая-то дорожка открывается. Чё, погнали в деревню, надо маркеры поставить. Сейчас бы телепорт, конечно, не помешал. Сколько он стоит?
О, нам хватает теперь. Как пользоваться? Это хотя бы бесплатно дешифрует карту. Ладно, будем считать, мы ему даем ресурсы, он нам крафтит предметы, а не продает. Не может же он быть таким меркантильным. Погнали, ответим на сигнал бедствия. Но прошлые два лета питерских были вообще адскими. Оп. Жесть, это как будто глаза и рот. Схавал. Так-так-так, что тут у нас? А... Бывает. С кем не бывает? Ну, со всеми бывает такое. Пули такие здоровые, просто пиздец. Где я? Я умер. Зима холодная была. Ну да. Слышал, это лето будет ёбнутым, еще круче прошлых. Кто тебе такое сказал? Дяди синоптики? Я бы не хотел в это верить. Ай. Ну как будто проходов в стенках нигде нет, да? Злобная ваза. Это база... Ой, база. База корни. Та ваза в секретке, по-моему, тоже с глазами была, не? Где три артефакта лежало еще на стенде. Корабль! Yes, sir! Что же ты умеешь делать? Ладно, я в яму. Спасибо за шорткат. О, смотрите, летает. Так, а где новый малюнчик? А он куда-то просто улетел. Он даже не в деревню прилетел, он просто куда-то свалил. Пещере он слева от магазина нижнего в дырке. И правда. Походу надо застолье собрать. И тогда будет что-то очень крутое.